Привет, друзья, это Ваня Воробей, сегодня со мной мой братуха Артур. Мы продолжаем, короче, так сказать, блок юмористических песен, вот, и следующая песня про очень странного, стрёмного, блядь, персонажа. Сейчас по ходу пьесы разберетесь, поехали. Дождик моросит, я весь дрожу, продрог я до костей, до самого нутра. Я в парке здесь в кустах один сижу, сижу здесь, между прочим, с самого утра. Спросите, что я тут забыл вообще? Не получилось счастья в жизни мне поймать. Теперь я голенький в одном плаще. Хочу кому-нибудь пипиську показать. Я не маньяк, рецидивист. Я вообще зрелый мужичок, эксгибиционист. Я добродушный дурачок. К концу подходит моя смена в этой точке. Но так и не могу я зрителя найти. Никто не ходит здесь поодиночке. Ну чё за день такой, с ума сойти. Вчера я одному мужчине показал, а он так раскричался, начал бы кричать. И со всей дури мне по морде дал. И обещал он мне пипичку оторвать. Я не маньяк, рецидивист. Я вообще зрелый мужичок, эксгибиционист. Я добродушный дурачок. Ну что, сижу и мерзну здесь, как идиот. Не повезло сегодня мне, я ухожу. Хотя постойте-ка, вон женщина идет. Перед уходом ей пипиську покажу. Чего смеетесь-то? Прошли бы молча мимо. Но нет, надо унизить, фу, как это низко. Я, между прочим, человек очень ранимый. На башку раненый с маленькой пипиской. Не маньяк, рецидивист. Я вообще добрый мужичок, эксгибиционист. Я добродушный дурачок. Я добродушный дурачок, эксгибиционист, эксгибиционист. Все, спасибо.